хотела показать, какая гортензия в этом году у меня наконец расцвела. Это я вот, правда, осенью уже сажала прошлого года. Вот она начинает розоветь. Флоксики. Такие вроде простенькие, но яркие. Это вот яблочный цвет называется. И вот она, самая моя хорошенькая. Я ее всю подвязала. Она, конечно, распадается, тоненькие веточки. Ну, держится ничего так. Тут уже начала краснеть, такая яркая. Вот такая шапка большущая. Лилика отцвела. А вот сейчас начинает зацветать уже хризантемки. Вот такие вот. Ну, крупная, конечно. Вот это уже в диаметре 12 сантиметров. Вот здесь вот еще. Ну-ка. Вот такая веточка. Только-только распускается. И вот такие вот игольчатые смешные хризантемки.